Ебать, час уже стоим, поставьте шкаф. Да. Ага, Славик, лед, лед и что там наверху на льде? Ага, и нечестивость. Ага, все хорошо. Сколько меткости, скажи, альманах, это в гильдию напиши мне циферку. Авердос, у тебя есть шипоспек? Авердос. ПВПшный, бля, хуево, ладно, так, пускай будет. Там вот от Эдиса есть ретрик нормальный, нет? Со-со у него. От Эдис спекайся в ретрик. Так ДПСа вроде хватает, нам хила не хватает. Ладно, хуй с ним, оставайся, Адэдис. Давайте так попробуем. Все, пошли. Хила, налево идешь. Ты зашел в диск, Хила? У нас получается Эрдру, Эршам и Хапал. Все. Ну, я надеюсь, вы захилите сегодня. Давай. Хила зашел. Забафайте Хила. Но я его не вижу слева. Вон он возле шкафа стоит. Блядь, вы что, гоните, что ли, сука? Кто-то зашел. О, черт. Он в сове еще. Да, сейчас он зайдет в Дискорд. Можно будет покричать на него: фу, лох. Тебя в смысле? О, пацаны, я протпау нашел. Слушайте, можно такой вопрос с ювелиром? Это какой рецепт или на каком левеле можно этот на 20 ксири камень делать? На 450-м. А это рецепт надо у какого-то торговца выкупать? Да, или у торговца. Который в Долоране обучает? Да, или нет? Да, да, да. О, поставьте еще рыбу, пожалуйста, сейчас это как придет. 5 рыб. Так зачем? Я тебе говорю, для 3 человек. Войд, перекинь, пожалуйста, Хила в рейд 2. Да, здесь? Так вот, вначале он должен зайти в основной, нажать кнопочку левой, так ему прям и перепечатывайте, что я говорю, блять, а то сам буду печатать. Нажать левой кнопочкой мыши на основной, чтобы там появилась его ник, и чтобы тогда можно было на него тыкнуть, а то в гостиной я не ебу какую. Так, что там у нас? Муренок. Перекину. Как что у него? Вот зашел. Чефирчик. Зашел. Муренок какой-то наш? Муренок это. Нет, это с ОФГ. И понятно. Гидеон еще должен зайти. Да, почему? Чупик, это ты Хила? Чефирчик. Нет, вон, я. Чефирчик. Почти в самом верху. Подо мной он. Бля, сейчас. Четвертый в списке, Вуп Слава. А, это там. Вон, Чефирчик Хила у него. Я просто в гостиной искал. А.
Сейчас, короче, зайдут Муренок, Протопал и... Уже зашли. Да. Вот с Муренком я был. Так, скажи, закрывали или что мы там закрывали? Альманах, у тебя есть доспех? Ай? Нету. Нету? Хуёво. Что у вас, 25? Ешьте. Все, да, собрали мы, блядь. 19 часов. Ешьте рыбу. Забафайте Протопала, Лока. Ты слышишь, Муренок? Слышу. Плюсик напиши, а то я тебя не расслышал, да, нет? Да. Хорошо. Налево, направо идти. Смотри, короче, распределяемся заново. Хила, остаешься в сове. Протопал идет налево. Шумский идет направо. Альманах, ты страхуешь, я хуй знает. Шумский направо? Шумский направо. Так, все, остальные все точно так же. Вторая. Четвертая. Так, тихо, блядь. Первая, третья пати идут налево, вторая, четвертая идут направо. Шумский, иди сюда. Право идти. Я сейчас тебя перекину. Так, Альманах у тебя тут стоит. Кусим стоит. Да. Верче на пол. Мне налево бежать, Ликсу? Так, стоп, кто из ЛФГ? Гнидыч, и вы знаете, что делать надо, или вам надо объяснять? Гнидыч и пристабав Паулу, и Муренок, вы знаете, что надо делать? Ок. Плюс, да, нет. Скажи им про плюсы и минусы. Короче, Миша, смотрите. Да. Короче, смотрите. Объясняю тактику. Сейчас убиваем вот этих двух боссов мини. Спрыгиваем все вниз. Встаем все на край платформы, где черепок. Как только появится Муренок, ты встаешь в босса, ты танчишь. Встаем в босса, встаешь в босса, и как он на тебе появится плюс-минус, будешь крутиться. Понял, чтобы РДД и миликам давать дебаф от тебя, чтобы тоже шло дальше. Будет смена позиции, будут вам анонсить. Минусы идут... Налево. Красную меточку. Плюсики идут в синюю меточку. Где можно посмотреть плюс-минус? Плюс-минус у вас отображается, где у вас премиум, VIP или знак Орды. РЧ делай, посмотрим, что получится. Я с этой стороны танчу. Шумский, да. Давай. Муренок. Приехали. На атаке пуляйте. Танки. Поехали. Только, блядь, перепрыгните все, пожалуйста. Право, чуть больше ДПСа. Лево, там угомонитесь немножко. Лево, стопните, лево. Слишком много у вас на ДПСа, я смотрю. Я был на девятом месте. Можно заставить... Лево убрали нахуй руки от калькулятора. Одно тело оттуда можешь заставить перебежать, заебись будет. Вместо того, чтобы стоять. Хил, беги направо. Да, блядь.
Лево, потихонечку начинаем, потихонечку. Сильно не бросить. Нормально идем. Право, поджимайте. Все, красавцы, перепрыгнули спокойно, нормально. Не, блядь, не падайте нихуя. Все встали в метку, в череп. Муренок в танка. Ой, блядь, в танка, в босса встань, в босса, муренок, встань. Поехали. Шумский, анонси, пожалуйста, это не вижу. Смена полярности, приготовились, поменялись, разбежались. Бля. Максимальный Геру. Фрейм от босса наберите. Шаману Геру дайте. Ребята, станьте все в одну кучу, мы бафаем друг друга. Плюсы в плюсы, минуса в минуса. Не резать. Приготовились. Ждем. Смена пошла. Смотрите за дебафом. Поменялись, у кого поменялся дебаф. Хило, выйди в черепок, в БР не мети с лока. Не стоит. Это ПВП шмот у него, блядь, 2000 ДПС. Не резайте, блядь. Все, тогда все, не надо, тогда встань обратно. И минус 50 к роллу. 5 секунд. Ждите. Приготовили, сейчас будет кастовать. Ждем 3 секунды, следите за дебафом. Поменялись, у кого сменилось? Поменялись. Хило, ману мне залей. А Тедиосу залей, сова. 4 секунды. Приготовились. Смотрим на дебаф свой. Смотрим, 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 смотрим. Поменялись. Поменялись. Могу Шумского дать инер. Шумский, дай Атедиасу. Атедиас фуловый. Ханкуль без маны, Аршан. А что-то мне показывает с маны 0. Аршану давай. 3 секунды, приготовились. Смотрим на дебаф. Поменялись, поменялись. Гимн первый с тотемом поставили. Шаман Прист назначал. Артем Скофилд, Канкуль. Да, нажал. Пять секунд. Приготовились. Ждем. Пошла смена, ждем. Смотрим на дебаф. Поменялись. Надо. Пять секунд ждем, смотрим. Не, пусть готовят. Смотрим на дебаф. 2 секунды. 1. Смотрим. Поменялись, кому надо. Что там, мы успеваем по ДПС? Да, 44%. Должны успеть. Хильте. Не пишите в чат ничего. 4 секунды. Приготовились. Глаза на дебаф подняли, смотрим на дебаф. Поменялись, кому надо. Хила, мути-мути, БР. Выходи, БР. Мути-мути, встанешь, ждешь дебаф. Дальше отойди, Хила, отойди к платформе. Дальше. Не могу бэрить, и в стеке сове у меня нету в сове этой самой скидки, стоят в сове. Приготовились, я сейчас выйду барну, приготовились. Поменялись, кому надо. Блять.
Стук. Не успел. 5 секунд. Смотрим на дебаф. Смотрим. Поменялись, кому надо. Шумский, выходи, БР, мути-мути. Мути-мути, жди дебафа. В рейд не заходи. Давайте, парни, поджимайте немножко. 5 секунд. У меня каким-то чудом сбился БР. Смена пошла. Смотрим. Перебежали. Мути-мути, кулак дайте. Роги. Давайте. 8. Чуть-чуть осталось. 30 секунд. Дал тебе Индер по нацеле. У нас не хватит ДПС. Хватит. Ждите. 2 секунды. Приготовились. Смотрим на дебаф, смотрим, сейчас будет поменять. Дебаф. Поменялись. Паладины, кнопку на бабл готовьте, когда берса будет у босса. Я сакру дам. Но я не знаю, поможет ли нет. 5%. Берса пошла. Бабл прожимайте все. Дал, бабл сакру. Давайте, блядь. Пробуйте. Оверхильте его. Отлично. Просто лучше. Пожалуйста, на местах стойте. Не подходите, не сходитесь. Куда вы пошли? Плюсы пошли нахуй. В портал минус ждите, ресницы мне, пожалуйста. Да, можете меня ресницы. Сходитесь, на вас еще висит дебаф. Плюсы, зайдите в портал сразу. Затупы. Панацея, вставай. Сейчас, 30 секунд. Кто нормально, так все обрадовались. Да ебать. Фрес, плиз. Всех фрес. Хейгена, пошли все. У меня просто нету семян, не было шупреса, я извиняюсь. Сами вставайте. Так, один фиг начал инста. Купил бы. Он, в принципе, всем спекам подходит. Можно разрол пояс? А то вот мне он очень много что даст. Сейчас. Давайте, Хейгена, идите. Не ждите, не стойте здесь нихуя. Этот, слышишь, панацея, смотри, какая тема. Значит, Митрас, ты в дисе, плюс они в рейд. Сака, хуль ты ролишь? Я ступил, я думаю, это сразу посох пультит. Короче, даю от Эдиусу. И вот тут 2 шлема я оставляю себе. Мне просто думал, сразу пояс полетит. Тяка, 82. 67, мегалодон. Быстрее, 5 секунд. А на Элема можно этот пояс? Можно, почему нет. Т7, ролить. Тюрокс, ты проебал. Муренк. Ебать, один, охуенно. Овердос. Дальше один, брат. Все, пошли на Хейгена. Это последний босс? Че, вообще, всего за 50 минут пронесли. Слышишь, панацея? Ты ему минус кроллу Митрасу этому накинь. Он, во-первых, когда добирали его, наебал. Вы суманули, он в ПВП шмоте. И 2 косаря ДПС дает. Маски нету. Хорошо. Просто в лицо наебал, говорит. Фул ПВЕ, фул чарки. Я видел. Чего там дохнете-то, блядь, ёбаный в рот. Мы подождали бы хилов. Трэш прибежал с хей с этого, стадиуса. Непонятно почему.
Стены все встали. Хорошо, да уже... иди его, стен. Уже добивали. Уже убили почти. Уже убили. Стоп, лестница, сейчас резну это. По стеночке идем, по стеночке, блядь. Не надо всех агрить. Мыйте, блядь! Вы блуд собрали, тут бояшки бывают. Хорошо, Вердос. Мурен, а кто не хочешь к нам в видео? Ну, хз, во сколько РТ? Смотря во сколько. Вот сейчас 18. 18? Да. Тогда нормально. А то я не... Вот. Протопал нужен очень хорошо, очень сильно нужен. Да и плюс я с ним ходил, я знаю, что он очень хорошо танчит. Да у меня арпал лучше 207 и плюс тринка колода. Мы сейчас поставим тебя в арпала. Да, Шумский потанчит. Тотем, вот тотем на диспал поставьте. Ну, конечно, тринка только завтра будет. Какая-то колода. Ну, завтра. Две недели ждал эту, пиздец, ярмарку. Ярмарка? Шпан, не вижу тотема на очищение. Ярмарка. Ну, колоду купил за 16 тысяч. Повезло. Я знал, что она в цене потом вырастет. Шумский, будем бегать. Милики будут бегать. РДД будет на платформе стоять. Не хочешь поставить так, как мы вчера делали? Нет, не надо, это не надо. Все, зашли, забафлись. Поставили рыбу. Пухич, ты где там, блядь, лазишь? Поставьте шкаф. Блядь, меня убили. Всем похуй, никто не резался, пробежали через мой круг, вообще похуй всем. Шумский, поставь мне, пожалуйста. Паша, видишь? Нашего друга на... лежит вон. А почему... Чё? Почему здесь вон трубики? Лёха лежит. Рыбу ешьте, все. Хотя рыба. Рыба. Вон стоит. Тыкните на шкаф. И рыба. Да я уже добежал, в принципе. Не рыбали, да? Да уже, блядь, саманул почти. Ну ладно, похуй вообще. А, вот где рыба? Опа, рыба. Да вот она, блядь. Бафнет. А что там у нас? 9 минут расстояния. Сначала доебывают, а потом... Шумский, он просто забыл поменять это... гир. У него есть, повешь, мод. О, есть ПВЕш. У Митриса. Просто забыл, наверное, переодеть. До сих пор вот с головой ПВПшной. Ну, голова ПВПшная, ничего страшного. И все такой же шмот, чувак. И тринкет тот же. И Тала даже не сменил, брат. Да. Извините за мат, но он пизда был. Ладно, все, пускай будет. Все, пускай так будет. Так, вкратце тактика. Милики, по меткам бегайте. Муренка в ретрике спекнулся, да? Шумский водит. РДД стоят на платформе. Буду анонсить. РДД спускается в звездочку и побежали. Звездочка, круг, ромбик, трусы и так далее. Торче, готовы. Я его ни разу не водил панацея. Ну я как, тебе... вот смотри, в звездочку поставишь его, да, вот, сейчас? Вот, вот бахнет, прошел в кружочек, бахнет, прошел в кружок. Я это покупаю. Ну давай попробуем, давай. Пуки, что там у тебя? На месте. Все, готов. РДД, стойте ближе к стеночке, чтобы на вас сало не вешалось. Хилы тоже. Это пол сразу в танк. РДД забежали. РДД забежали на платформу. Давайте, минут 20 секунд. Бэрни Муренку хило. Тотем очищения шаманы поставьте. Лучше парочку. У меня БР нету БР, семян нету.
Сова, СПР не его. Ебать, вы что там дохнете-то? Я не пойму, блин. Весело, весело. Мимики, мы что, бегать, блядь, не умеем? В чем проблема-то, ебаный в рот? Ебать, там подохло. Вы чё, блядь, охуели? Телепортация 20 секунд. Хилы, диспальте, пожалуйста, вот эту хуйню. Бежим! Метку. Блять, я проебал. Пошли, быстрее, быстрее, быстрее. Звездочку встали, встали, встали. Побежали. Вау, еще половина сдохла. Нормально. Побежали. Обратно. Давайте 10 секунд еще. Чё? Все, забежали на платформу. Геру, дай шабана. Давайте добиваем. Добивай. Становитесь, пожалуйста, именно в метку. Не смотрите за босса, не в спине стойте, не сбоку, в метку становитесь. Давайте, давайте, давайте. Телепортация 30 секунд еще, 39. Еще придется разок побегать. Если никто не сдохнет, все будет нормально. Не дайте перерождение, мне не надо. 20 секунд телепортация. Доводи его до кружка, наверное. И потом обратно. Телепортация. Ханкуль, вставай. Приготовься. Все, встали все звездочку. Давайте, дотайте, дотайте, дотайте. Поделись. Побежали. Хило, блядь, сука. Вообще, блядь. Давайте, давайте, нормально бегаем. Хило, не отставай, сейчас сдохнешь, блядь. Я же бегу, тебе сказал. Как могу, бегу, бегу, бегу как могу, бегу я как смотрю, могу. Я смотрю, как ты бежишь, блядь. Да у него лагает, походу. 137 МС у меня, пин. А. То есть что-то у меня так... Все, сейчас сойдет, на платформу зашли. На платформу, на и платформу. И так старались раньше выбежать. Собянин зашел, говорит, что там меня с гильдии кикнули, что за хуйня? Он плитку клал, что ли, пока? Давайте, 6 лямов, пацаны. Москву отстраивал. Он тебе в ПМ, что ли, написал? Или ты пошутил? Не, серьезно написал. Пускай мне напишет. Я сейчас не занят, не буду там писать, там напиши тому, напиши этому. Собянин у него не хочет, напиши. Письмо Собянина. Да. Давайте, 4 ляма. Хуйня добьем.
Типа, алло, Собянин, ты где был? Где Москва, блядь? Телепортация, 20 секунд, еще раз бегаем и убиваем. Да, ё... 15 секунд. Сейчас в кружочек ставишь, потом обратно в ссылочку снижу. Побежали, побежали. Звездочку все побежали. Ждем. Дотаем, дотаем, дотаем. Побежали. Сова, не отставай. Парни, в течение буквально на секунду останавливайтесь, даже меньше. Побежали, побежали. Все, буквально на секунду остановитесь, печенье и дальше. Все, побежали. Нет мозга. Рот, блядь. Шумский. Что, что? Ты рылишь? Все, все, все. Потом, после бога. Давайте, два ляма, добиваем. Нет мозга, что стоим? Кого ждем? Блять, у Наги нет анимации, угомонись. А, прикол. Давайте лям. Угу. Ему. Что за недоноски осмелились? Кто умер, тот лох. Хан, нет, если получится, на пуль на медведя, пожалуйста, ты меня догоняешь. Там 20% у тебя осталось. Кто умер, там 30 гп сейчас, да, наверное. Да, мыса, не надо. Как не надо? Вы чё, блядь? Как это не надо? Вот да, это триня. Там смысл, блядь. Просто быстрее, да? Роль. Быстрее ролим. Слышь, там Хамин, Егор, слышишь, там мрачный... Егор, там мрачный перезвон выпал. Офспех. О, а триня по гп, надеюсь. У нас пульт такие по ГП. Это, ноги. Этот мусор без ГП. Холипал, надо? Не надо, да? Кто-нибудь офспек одевает? Мурёнок, ты одеваешь? Нет, надо нахилать тебе грудь и ноги. Да у меня уже одет офспек. Всё, хила тебе не надо, ладно. Спина, танки. Беспонтовая, наверное. Шумский альманах. Закончить. Что, сегодня на второй день или нет? Так, тринку ролим. Сейчас. Брат, не повезло. ЗГП, ЗГП. За какой ГП, блядь? Что, у нас так работает? Ты говоришь за ГП. ГП вчера скуфил. Было бы пиздато, если бы триня типа топ-3 ДПСера ролили. Ну я топ-4, ничего, все честно. Все, пошли дальше. В смысле, алло? Что в смысле, алло? Ну у нас система лута, что если ролл, и тебе нужна эта у шмотка... У нас пуги, блять, в ёбаном рейде, понимаешь? Пуги. Они не будут тебе копить ТП, чтобы, блять, отдать тебе шмотку. А чё с ним? Ну нет мозга, да, он и этот не пук. Мне без разницы на твой прилад. А какую шмотку, какой идет? Мрачный перезвон, тринька. Этот, нет мозга, она тебе нужна? Конечно. По глазам. За 25 гп заберешь. А ну, базики играем, базики играем. Блять, да заткнитесь, вы все нахуй. Вы босса бьете сейчас? Нет, трэш. Ребята, РБД, играйте в глаза, я соберу червей. В глаза, играем больше в глаза. Хило, сейчас на латхибе в хила спекнешься. Хорошо.
Фредрик, заебал ты умирать. Заберите, пожалуйста. Танк, ребят, подвиньте к танку трэш. Чтобы рейды были полные, привлекайте своих друзей, жен, детей заставляйте играть. У меня кошка шпилит. Руду пошли, да? Есть. Есть. Ну что, нет мозга, за ГП заберешь, мрачный перезвон? То он и так ее выиграл, все, успокойся. Он не выиграл. Он выиграл, и у меня приор больше, я не понимаю. Ну так ты забираешь за ГП? Да за какое нахуй ГП, успокойтесь. Мы с пугом идем, какое нахуй ГП, все, заткнитесь. 4, так 4. Подожди, с чего ты взял, что без ЕП идет рейд? Потому что у нас пуги. Да мне похуй, у вас не 20 пугов там. 200. Кто говорит? Ну начисли мне. Войд говорит. Рейд этот получит ЕП. Слав, какой ЕП? Вот смотри, а если он не выиграет, и как это будет? После рейда поговорим. Еще раз. Вот после рейда поговорим. После сейчас, вот сейчас я веду, и будет как я сказал, хорошо? Этот рейд получит ЕП. Хочешь? Хочешь? Да мы хотим ЕП, конце, ей. Все, рыбу поставили. Ты не думаешь, что ты идешь, не думаешь, что ты идешь по роллу? Я иду по роллу, потому что у меня пуги в рейде. Вот как твоя гильда научится закрывать гильдой, вот тогда и будем говорить об этом. Хорошо. Ну, в смысле наша. В смысле наша. Еще раз, танчи. Еще раз тебе повторю. По ИПГП это 7 и 226 шпут. Я тебе еще раз повторяю, то что пока гильда не научится сама закрывать. Слав, напиши этому Собянину, пожалуйста, он меня заебал. Да ты сейчас, походу, договоришься, пойдешь вместе за Собянином. Вообще, хорошо. Назначь танков и назначь хилов в конце. Хорошо. Так, смотрите, хилы. Ампуль, Авердос, Атедис. Объясняю, как надо хилить. Здесь будет дебаф. Я спекнулся будет... тоже. Да, я знаю. Это будет дебаф. То есть за 2 секунды Эршамы, Холи Пауэр, вы начинаете кастовать. Дальше. Сейчас метку поставлю. Перепейте, ребята, фласки, у кого закончились. Да, желательно. Вот, спасибо, что ты напомнил. Босса бомбульте. Ладно, слушаем дальше. Смотрите. Сейчас начинаем, все идут в квест. Кто получает баф, идут в печаль. Понятно? Танки. Динатрий. Муренок, спекайся в танк. Стоп, Динатрий не танк, Динатрий ФДК. Ой, блядь, альманах, Муренок, спекайся в танк. Тут 3 танка надо. Смысл в чем? Хилить мы вас можем только 2-3 секунды. Ваша задача меняться. То есть сначала Муренок, дальше Шумский, дальше альманах. Прожимайте свои обилки, которые у вас на дефе типа 50 на 50. Дальше буду говорить гимны. Первый гимн на ХП Сколфилд. Второй Авердос. Третий Хила. Четвертый Сова. Еще раз. Рейд для хилов. У вас будет появляться дебаф. В этом дебафе вы не сможете хилить. То есть кастовать вы сможете, а хил не будет проходить. Как только дебаф спадает, за 2 секунды вы начинаете кастовать шаманы, Холи Пауэр, особенно вас касается. Авердос, кидай, пожалуйста, шоуду на всех. Панацея, смотри, там же спокойствие, оно, по-моему, только на пати идет. Типа ты просто сказал хила, гим? Не гим, спокойствие. А, нет, на весь рейд. Почему? Все. Не, спокойствие на пати только идет. Не на весь рейд. Да ладно. А, оно только на пати.
Все, ладно, да, короче, все, хорошо, все. На каком боссе? На каком боссе? Ладхип. Ладхип? Блядь, закинь, короче, каждого по ДЦ. Ну, каждого по ДЦ, по ШП, чтобы был папе. Мы уже начали бить. Геру, шамана, Геру. Ладно, не убейте, понеси еще. Спору, убейте спору. Забери. Шумский, забери. Хилы начинаем кастовать. Захилили, рай. Спору убейте. Забираю. Начали вставать. Хилим. Захиливаем рейд. Что я по агро перегнал парней? А, на них спора висит. Альманат, забери. Я забил рейда. Да, придержит пока. Так, ладно, я стопаю ДПС. За хил рейда. Давайте, хилы. Начали кастовать. Хорошо, идем пока, хорошо. Маренок, забери. Начали кастовать, захиливаем, 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 поднимаем, поднимаем, поднимаем. Следующий приз Гин Даш, первый назначал. Начали кастовать. Гин, кастой. Спору. Второй приз, как в это упадет. Кастуешь гин. Так, забери с них. Начали, захиливаем, захиливаем, захиливаем. Я держу на шумском. Поднимаем рейд. Забери с него. Я забрал, я все вижу. Он сейчас это сдохнет, если это. Зачем? Захиливаем, захиливаем. Начали кастовать, захиливаем. Спор убить. Начали каст. Вот нас захилили, не забирайте сразу, мы фуловый стоим. Вы видите, медведь фуловый стоит, не забирайте пока с него. Забери. Я забрал. Не оставляй вот так. Захиливаем. Давайте. Не забирайте с медведя, не забирайте, ждите, не забирайте с медведя. Я фуловый стою. Гимны есть у кого присты? Нет. Спокойствие, Даш. Забирайте. Давай захиливаем, поднимаем рейд, поднимай, спокойствие дайте. Не забирайте. Все, не забирайте, пусть сидит на нем, я заберу сейчас, я заберу на медведя. Забрал. Давайте 3 секунды, начинаем каст, захиливаем. Давайте, ребята, поднимайте рейд.
Все, пусть дальше на медведе висит. Не забирайте пока. Забираем Урёна. Начали каст, начали каст. Все, я заберу сейчас на медведя. Забрал. Я прожался сразу. Давайте, давайте, 7 лямов. Альманах, забирай. Начали каст, кастуем. Давай. Пал, забирай, Альманах. Пал, забирай. Я забрал на медведя, я понял. Все, я заберу потом с Пала. Захильте Альмана. Забрал с Пала. Начали кастовать, да? Все. Подхил у нас что-то плохо очень все. Три четыреста. Не хватило в конце. Давайте, ребята, дадим Геру не сразу, а чтобы люди споры... 30%? Не-не-не. Споры две хотя бы собираются, потом дается Гера. Типа они же без споров. Давай. Споры им шанс крита повышают. Хило, давай в это... В ДД. Вставайте, видите. Там аликов куча, так что сразу... Вот соки какие, а. Пусть главное забежит и все. А у всех танков какой-то хилбот стоит или, я не знаю, или вуду? Я не знаю, надо у танков спросить. Проблема в том, что типа я вот стою на медведе, идет хил, меня фулят и с меня резко таунтят. Типа, забирайте на процентах где-то 50, вот так, на 40. То есть, вы же видите дебаф, у вас время есть 17 секунд, если даже вас не захилят, вы все равно сдохнете. А есть джипс? Вот так, поставить, починиться. Да, есть у тебя там джипс, да? Да там уже придем, лучше на месте починимся. Ну да, что да. Я по большей части рейда. Всех. Кто-то да, починить придется. Ну у нас же 5 хилов, правильно? Сейчас будет 4. Че? Чуть-чуть по ДПС у нас не хватает. Но, мне кажется, нам хила просто не хватило в конце и все. Нет. Блять, это пизда. Он каждые 2 минуты впадает в ярость и начинает потом быстрее раскастовываться. Каждые 2 там или 3 минуты. Я сейчас линканул, в Хейгане вещи лежат, еще 2. А, эти, блядь, ладно. Это никому нахуй не нужно. Кинь на Шумского, я их распылю. Так я ж не могу кидать. Ну, это панацейки. Сейчас. Надо все на Шумского надеть, да и все. Леха, а что ты пришел, сел? Давай резай. Пули или моба, нас сейчас тут убьют, придите кто-то, помогите, я без маны. Сейчас добежим, подожди.